Ногайские сказки, часть первая. Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами познакомимся с ногайской сказкой, которая называется «Сын Балата Батырбек». Будет интересно? Подписывайтесь на канал. Давайте начинать. Ногайская сказка «Сын Балата Батырбек». Жил в давние времена в одном ауле старик по имени Балат. И был у него сын Батырбек. Имели они в хозяйстве одного коня. Каждый день Батырбек в положенное время отправлялся с ним на водопой. А колодец был далеко от аула. И съезжались туда со своими конями все юноши и по пути устраивали скачки. Конь Батырбека всегда отставал. И Батырбек очень стыдился этого. Наконец, не стерпел юноша и пожаловался Балату. «Отец, ты сам знаешь, хожу я за нашим конем усердно, глаз с него не спускаю, даю ему сено волю, а он на скачках позади всех остается. Купи мне, отец, резвую лошадь!» Балат пообещал сыну добыть доброго скакуна. Старик знал, если будет у сына хорошая лошадь, сын покажет себя перед всеми настоящим джигитом. Встал Балат на следующий день утром рано и, никому ничего не сказав, поехал на ханские луга. Приехал на первый луг, поздоровался с табунщиком, поделился с ним своей заботой. Тысяча коней паслась на том лугу. С утра до вечера осматривал их Балат по одному, но не нашел среди них достойного. «Езжай дальше», – посоветовал ему табунщик. «Ведь у хана, кроме этого луга, еще 8 лугов». Отправился Балат на второй ханский луг. И там по одному осмотрел 1000 коней и тоже не нашел подходящего. Так ездил Балат 9 дней. Побывал на всех 9 ханских лугах, осмотрел все 9000 ханских лошадей, но не было среди них такого скакуна, какой нужен был Батырбеку. Совсем уже было собрался Балат домой вернуться, да передумал. Да и думает, посмотрю еще коней на землях соседнего ханства. Много ли, мало ли он проехал? Увидел Балат на дороге свежую колею. По следам запряженного во рву коня узнал он сразу, что конь этот настоящий дупар, быстрый как ветер, тот самый конь, какого он так долго искал. Немедля поскакал Балат по следам дупара и приехал под вечер в какой-то аул. Увидел он, что арба останавливалась у окраинной сакли. Зашел в дом и расспросил, кто сидел на арбе и куда поехал. Владелец этой арбы – нищий, сказали ему хозяева, а поехал он в соседний аул. Обрадовался Балат и тотчас отправился по следу. Нищего он догнал, когда тот уже въехал на аульскую площадь. Увидев, что нищий останавливает коня у чьих-то ворот, Балат приблизился к нему и спросил, «Не обменяешь ли ты свою лошадь на моего коня?» Конь Балата был сытый и с виду резвый. Шерсть на нем лоснилась, грива была как шелковая. А у лошаденки нищего грива свалялась, ребра наружу торчат. Но Балат знал толк в лошадях и сразу понял, перед ним настоящий доупар. «Ай, друг, ты что, смеешься надо мной?» – обиделся нищий. «Моя кляча еле сама себя тянет. Кому она такая нужна?» Сколько не уверял его Балат, что не шутит, нищий не хотел ему верить. Стали вокруг них люди собираться, начали нищему советы давать. «Зачем свое счастье упускаешь? Меняйся, мена – дело честное», – уговорили нищего. «Ну, коли не шутишь, – говорит, – давай сменяемся». Спрыгнул Балат на землю, снял седло и подвел своего коня к нищему. А тот выпряг свою лошаденку и отдал ее Балату.
Чуть не заплакал Батырбек, когда увидел, какую ему отец лошадь добыл. Да и соседи подняли Балата на смех. Лишился, мол, на старости лет рассудка. Балат же взял посох и отправился в ханский дворец. Рассказал он хану, как присматривал для сына резвого коня, и как встретил соседям в ханстве нищего, и как выменял у него настоящего дупара. Правда, закончил старик рассказ, с виду мой дупар сейчас не казист и больше походит на клячу, но дай мне его выходить, и он возит первым на любых скачках и принесет, о мой хан, славу твоему дому. Хану понравились эти слова, а ему ведомо было, что Балат знает толк в лошадях, и он велел отпускать дупару чистый овес из ханских закромов. Стал Батырбек кормить нового коня отборным зерном и, как научил его отец, вместо воды поить молоком. И так поступал он изо дня в день 2 недели или 14 дней. Начала лошадь на глазах у всех поправляться. Повеселел Батырбек, радуется и Балат, что не ошибся в выборе. Велел сыну еще месяц или 4 недели давать дупару в волю чистый овес из ханских закромов, а вместо воды молоко поить. И вот конь окреп, превратился в красавца-скакуна, какого в тех краях и не видывали. Пошел тогда Балат доложить об этом хану. Хан приказал привести к нему дупара, осмотрел его, очень довольно остался и решил, что после скачек заберет его в свою конюшню. «Кого пустим на этом коне?» – спросил он у Балата. «С ним только мой сын Батырбек справится», – ответил старик. Пришел домой и дал Батырбеку наказ, как скачки выиграть. А какой наказ, вы еще услышите. Вот назначил хан день скачек. Пригласил всю знать и всех джигитов из окрестных аулов. Собрались в условленном месте. Пришел и Балат с сыном. Расстояние для скачек объявили в один день пути. Выстроили всадники на рассвете своих коней в ряд. И по знаку хана скачки начались. Батырбек, как наказывал ему отец, привязал к передним ногам дупара тяжелые камни. Поэтому в начале пути конь его остался далеко позади. Но не мог дупар терпеть такого позора и рвался вперед изо всех сил. И от этого весь покрылся белой пеной. Тогда Батырбек, как наказывал ему отец, отвязал камни, поводил немного коня и снова сел на него. А надо вам знать, что еще наказывал отец Батырбеку перед началом скачек – завязать на поводьях 3 узла. Перед тем, как снова пустить вперед своего дупара, развязал Батырбек 1-й узел. Закрыл глаза, и что же, когда открыл, уже догнал тех наездников, что были далеко впереди. Развязал тогда юноша 2-й узел, закрыл глаза, и когда открыл, очутился раньше всех у той черты, где заканчивались состязания. 3-й узел Балат строго наказывал сыну не развязывать, но Батырбек в горячке забыл слова отца, развязал и его. И как только развязал, помчался дупар, словно ветер, буря, и уже ничья рука остановить его не могла. К вечеру прискакал дупар на берег моря и с размаху кинулся в море. Батырбек успел спрыгнуть на песок, а конь скрылся под водой и сколько ни звал его юноша, не вернулся. Что было делать Батырбеку на пустынном морском берегу? Нарезал он камыша, построил себе шалаш и лег спать. Проснулся, когда солнце уже высоко стояло на небе. И слышит, зашумело что-то над его головой, будто птичьи крылья. А потом заплескалась в море вода, будто купается кто-то. Батырбек вышел потихоньку из шалаша. Лежит на берегу женская одежда, нарядная и богатая. А в море купаются 3 прекрасные девушки. Юноша схватил все их платья в охапку и залез в шалаш. А в море, оказывается, купались 3 сестры-волшебницы,
Когда они надевали свою одежду, то превращались в белых лебедей. Лишившись же одежды, они теряли свою волшебную силу. Вышли сестры на берег, кинулись искать. Нет одежды, исчезла одежда. «Может быть, ее ветер унес?» – спросила младшая. Но средняя закричала: «Смотрите, на песке след человеческой ноги!» «Я слышала», — сказала старшая, — «что есть на свете юноша Батырбек, сын знатока коней старого Балата. Отец добыл для него настоящего дулпара. Вы ведь знаете, до сих пор ни один человек не проникал в наше владение. Если кто и мог сюда добраться, так это Батырбек на своем дулпаре». Но дулпар ослушался, видно, седока и ушел в море. Закутались сестры свои длинные волосы, пришли к шалашу. «Сын Балата, Батырбек», — позвала старшая, — «верни наше платье и проси, чего хочешь». Батырбек спрятал их одежду под себя и отвечает: «Хочу, чтобы вернулся ко мне мой конь». «Это не в наших силах», — сказала средняя, — «дулпар не подчинится нам. Но мы можем мигом доставить тебя домой или куда пожелаешь». «Позор мне перед людьми! Как могу я вернуться в свой аул, если не сумел усидеть в седле?» – воскликнул Батырбек. «Тогда женись на одной из нас», – предложила младшая, которой Батырбек пришелся по душе. «Красивее нас нет девушек на свете». «Вы красивы», – согласился Батырбек. «Но слышал я, есть красавица дочь у хана. Она от рода молчунья. И хан отдаст ее в жены тому, кто заставит ее заговорить. Сделайте так, чтобы она заговорила, верну вам одежду». Согласились сестры. Они пообещали Батырбеку перенести его во дворец хана и научить, как заставить молчунью разговориться. «Я спрячусь в парчевую шубу, висящую в комнате ханской дочери», сказала Батырбеку старшая волшебница. «Ты ударь по шубе палочкой, и шуба расскажет сказку. В сказке будет спор. Так ты реши этот спор неверно. Тогда ханская дочь не вытерпит и заговорит. А если понадобится, спрячусь в серебряную шкатулку», обещала средняя, «и тоже расскажу сказку». «А я в золотую чашу», сказала младшая. «У меня сказка уже наготове». Отдал Батырбек сестрам их одежду. Велели они ему закрыть глаза, и когда он их открыл, то очутился во дворце перед самим ханом. Поклонился Батырбек и говорит: «Ходят слухи, великий хан, что ты отдашь свою дочь за того, кто заставит ее говорить. Дозволь, я попробую это сделать». «Верно, я отдам свою дочь за того, кто заставит ее разговаривать», — ответил хан. «Но верно и то, что я рублю головы всем, кто не сумеет этого добиться». «Немало храбрецов уже пролили здесь свою кровь. Тебе этого захотелось, сынок?» Но Батырбек не отступился от своих слов, и хан велел отвезти в сопровождении двух визирей в комнату дочери. Оба визиря остались под дверью подслушивать, а Батырбек, как вошел, сразу ударил палочкой по парчевой шубе и приказал: «Говори, шуба». «Что тебе рассказать, Батырбек?» — спросила шуба. «То, что слышала, или то, что видела?» «Слышанному верить нельзя», — рассказывая о том, что видела. «Ну так слушай. Довелось мне видеть в одном ауле трех братьев. Было у них несколько овец, и пасли их братья по очереди. Старший любил плотничать и всегда носил с собой топорик. Пас он однажды своих овец возле леса и от скуки срубил деревце и вытесал из него фигуру девушки. Вечером, как пришло время домой возвращаться, он поставил ее под кустом орешника на опушке. На другой день погнал овец средний брат. Увидел под орешником деревянную девушку и подумал: «Не поленился же кто-то такую красивую девушку смастерить? Дай-ка я ее одену, и будет она как живая». Сбегал в аул, купил красное платье и нарядил девушку.
А как начало темнеть, оставил ее под кустом на опушке и погнал овец домой. На третий день была очередь младшего брата. Погнал он овец пастись, увидел на опушке деревянную девушку в красном платье и удивился. Кто же это так умело ее смастерил? Кто одел красивый наряд? Попробую-ка я оживить ее моим снадобьем из 99 трав. Брызнул в лицо девушки несколько капель снадобья, и она тотчас ожила. Глаза потерла и потянулась, точно после долгого сна. Обрадовался младший брат, привел девушку домой. И вот слушай, что было. Если бы я не выстрогал ее из дерева, тебе некого было бы оживлять. Поэтому девушка принадлежит мне, сказал старший брат. Ты лишь смастерил ее, возразил средний, а я надел на нее красное платье. Она должна быть моей. Кому нужно мертвое дерево, будь оно хоть в красном платье, не согласился с ними младший брат. Вы смастерили ее, вы нарядили ее, а потом бросили в лесу. Там бы ей остаться, если бы я не оживил ее своим снадобьем. Она принадлежит мне. Теперь рассуди, сын Балата Батырбек, кому из трех братьев должна достаться девушка? Конечно, младшему, недолго думая, ответил Батырбек. Он ведь оживил ее. Не стерпела молчунья дочь, открыла уста. По обычаю дедов и отцов, сказала она, младший никогда не женится прежде старшего. Кроме того, если б старший брат не вырезал девушку из дерева, младшему некого было бы оживлять. Девушка должна стать женой старшего брата. Обрадовался Батырбек, услышав голос ханской дочери. Если деревянная девушка должна стать женой старшего брата, то ты должна стать моей женой. И пошел к хану сказать, что его дочь заговорила. Призвал хан своих визирей. «Правду говорит этот юноша». А те решили, что хан все равно не выдаст дочь за какого-то безродного бродягу. Побоялись ханского гнева и ответили. «Он лжет, твоя дочь не раскрывала рта». Посмотрел Батырбек смело хану в глаза. «Никогда не говорил я неправды. Не лгуй сейчас под страхом смерти. Дочь твоя заговорила». «Если сомневаешься, пошли со мной человека, которому веришь. Я заставлю ее говорить еще раз». Продолжение следует, смотрите в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. Тут вы можете найти интересные сказки, стихотворения, песенки, рассказы, загадки, потешки для детей и многое-многое другое. До новых встреч!